Новороссийск – город у моря. И неудивительно, что его жители очень любят маленькую морскую рыбку, обитающую в нем. Хамса считается одним из символов нашего города. И это не преувеличение. Именно она в трудные военные годы спасла новороссийцев от голода. Я помню, как моя бабушка, она жительница Новороссийска, здесь родилась. Она после эвакуации приехала и говорили, хамсы было столько, что ловили ее просто вот на берегу. И мы спасались тем, чтобы прокормиться этой рыбой. Поэтому она, естественно, сегодня... Наша история и, наверное, помогла те голодные годы пережить. Теперь оригинальный памятник в исполнении скульптора Александра Суворова красуется на набережной в районе бывшего рыбзавода. Именно здесь моряки тоннами выгружали рыбу, в том числе и хамсу. И этот монумент является единственным в мире, который посвятили маленькому, но такому вкусному деликатесу. Ее можно готовить всевозможными способами, солить, мариновать, делать шкару, делать какие-то блюда, котлеты, все что угодно. И вот эта маленькая рыбка, считаю, что сделала большое дело для нашего города. В Туапсе есть памятник Ставриде, в Адлере – Гамбузии, в Санкт-Петербурге увековечили Колюшку, а в Причерноморье – бычка-кормильца. Теперь этот список пополнила и новороссийская спасительница. А руководство Новороссийска задумалось о проведении настоящего фестиваля хамсы. Олеся Говорова, Андрей Супрунов, Новая Россия.